слушателям, подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу Легенда 3х6, вот на таком основании. Подготовили нам основание, приехали, разложились. Сильный ветер что-то сегодня дует. Все, начинаем работать. Каркас поставили, нанизали стены, точнее нанизали поликарбонат на стены. Сейчас его прокрутим, оденем профиля, поставим переливы и перейдем к крыше. Один торец у нас вот так вот опущен на дверь на одном торце. Второй на втором торце высокий порог. Сейчас у нас монтаж теплицы. Напоминаю, легенда была у нас 3х6. 3х6 с цельными дверями, с форточными блоками. Один штука на автоматах. Поликарбонат 4 мм, все торцы защищены торцевым профилем. Каркас из профильной трубы 40х40. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Все стоит на брусе, закреплено, выровнено по уровню. Усилителями диагональными усилено. Вот такая отличная теплица, прочная, надежная, и обалденный объем получается внутри теплицы за счет высоты и прямой стенки. А у меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.